Еще небольшой совет по обслуживанию и уходу за газонокосилкой Skipper. Вот эту грязь всю, у нас воды приточной нету, потом зубами не отдерешь, надо щеткой все отмывать. Она вот так стоит, не падает никуда. Намочили, ага, не падает, нажал. Намочили, потому что она накапливается, балансировка нарушается. Ножи нормально, вот на камень немножко наехал, это ничего страшного. Вот это все вымою, бункер от травы освободил, прочистил. И совет по бензопиле Эхо. Правильная натяжка проверяется вот так. Без усилий должна ходить по шине цепь. Натягивать не забывайте. Сначала отпустили, потом по часовой натянули, закрутили. Только так и не иначе. Иначе испортите натяжной механизм. Всем добра, всем благ.